Ученики снова перешли в онлайн-режим. Дети, которые до этого были дома из-за сильных морозов, на этот раз учатся дистанционно из-за несоблюдения температурного графика подачи тепла. На данный момент в городе Темиртау функционирует 29 школ. На сегодняшний момент в 23 школах температура ниже нормы, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. На данный момент имеются проблемы по теплоснабжению ТЭЦ-2 ArcelorMittal Темиртау. Во всех детских садах температура выдерживается на данный момент на уровне 18 градусов. Учащиеся завтра уже могут вернуться в школы. Однако, если температура подачи тепла не повысится, дети будут продолжать дистанционное обучение. Ольга Цуканова, Арман Абылхасымов, Александр Ломако. Новости Темиртау.